Центральная избирательная комиссия полным составом признала итоги голосования на всех участках недействительными. Будут в ближайшее время объявлены повторные выборы, которые пройдут в сокращенные сроки. Сейчас внутри состава ЦИК идет спор. Большинство, к сожалению, членов ЦИК с председателем настаивают, что политическая ситуация является основанием для отмены. Я считаю, и Джурабаева считаем, что правовых оснований достаточно для того, чтобы признать итоги голосования недействительными. Я считаю, то, что действия большинства членов ЦИК, которые хотят прикрыться политической ситуацией, направлены на дискредитацию этого решения, что позволит другим силам, используя этот тезис, этот довод, в дальнейшем манипулировать этим. Поэтому для сохранения стабильности в стране, для установления правопорядка и законности, в основу решения ЦИК об отмене итогов голосования должны лечь массовые нарушения тайны голосования в день голосования. Об этом отмечали все наблюдатели. Мы все видели, что в 90% участков, к сожалению, около урн для голосования сидели члены комиссии. Это раз. Во-вторых, мы все знаем, что был применен массовый административное давление госслужащих, муниципальных служащих, служащих в государственных и муниципальных организациях, финансированных за счет бюджета. Также были фальсификации с формой 2. Более практически 500 000 народа населения у нас голосовали по форме 2. И это тоже ставит под сомнение. И это тоже является правовым основанием для отмены итогов голосования. Кроме этого, мы знаем, да, к сожалению, эти выборы сопроводились смертью гражданина Кыргызстана, сопровождались массовыми беспорядками, сопровождались бездействием правоохранительных органов, которые не пресекали все факты подкупа и административного давления на наших избирателей, что является правовым основанием для отмены итогов голосования. И это на самом деле сейчас важно для нашей страны. И почему большинство ЦИК пытается прикрыться политическими основаниями и до сих пор представитель ЦИК не ушла в отставку, меня вызывает недоумение. Я боюсь, что вот эти действия направлены в дальнейшем на дискредитацию всего нашего государства.